эти молодые люди – представители так называемого уличного искусства. Они рисуют, танцуют, поют, занимаются экстремальными видами спорта прямо под открытым небом. На самом деле, если человек действительно хочет заниматься, он найдет и время, и место. Алмат, танцор. У нас где только не происходили тренировки, это были и парки, и дворы, и дома мы танцуем тоже. Вообще выходов много, но, конечно, желательно же, чтобы все вместе и в зале было. Деньги для уличных артистов не в счет, ну, по крайней мере, не на первом месте. Они пропагандируют искусство для всех. Я рисую просто для себя, то есть, ну, для души, как. Руслан Гизяров, художник. Просто нарисовал, чтобы было, ну, мне приятно, там, может, еще кому-то будет интересно. Ну, и вообще, наверное, самопиар какой-то. Но ты везде ходишь, пишешь свое имя, потом тебя узнают. Все вдохновляет. Я не знаю, ты по городу идешь, и тебя все вдохновляет. Люди, природа. Все, на что ты не посмотришь, это все классно, круто. То есть ты посмотрел на камень какой-то необычный, ты его применил в своей работе. Также смотрим на художников, то есть и современных, и прошлых, кто был. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это модное молодежно-изобразительное искусство, яркое урбанистическое явление, которое чаще всего можно встретить на улицах крупнейших городов планеты. Сегодня трудно сказать, с каких времен началась история уличного искусства. Последние исследования склоняются все-таки ко времени, когда на стенках появились личные сообщения. За всем этим стоит обозначение собственного «я», определение себя и своего места в социуме. В Европе, США и других странах к уличному искусству уже давно серьезные отношения. Проводятся специальные выставки, семинары, фестивали, собирающие тысячи молодых людей с альтернативными взглядами на мир. Есть даже свои гуру. В граффити, например, это британский уличный художник Бэнкси. Никто никогда не видел его лица, но его работы известны по всему миру. Целующие констебли, шопинг, пещерный человек так вообще стали культовыми. Мировые знаменитости приобретают их за тысячи долларов. Выставленный на eBay клочок бумаги с именем Бэнкси имел стартовую цену в 3000 долларов США. После 38-й ставки она достигла 999 999 долларов. В 2013 году его работа «Рабский труд» была продана с аукциона за 750 тысяч евро. Таких денег казахстанские уличные творцы, конечно, не зарабатывают, но и цели у них несколько иные. Хотелось себя проявить как-то, да, вот. Ильяс, художник. Ну и с какой-то стороны, чтобы тебя знали. А на улице это проще всего делается, потому что все как есть, все проходят и все видят. Впрочем, уличные артисты порой решают и социальные вопросы. Несколько лет назад алматинские райтеры в знак протеста против предложения тогдашнего министра образования сократить летние каникулы нарисовали на него карикатуру. Сама работа через несколько недель была закрашена, но непопулярное предложение так и не было поддержано. Размер каникул остался прежним. В том, что рисунки на стенах и танцы под открытым небом – это вид искусства и современный тренд, признают не только искусствоведы, но даже полицейские. Хотя по закону они обязаны стрит-арперов разгонять и штрафовать. Объявляются флешмобы, акции мирные. Салтанат Азербек, руководитель пресс-службы ДВД города Алматы. Есть специально отведенные места, где ребенок действительно может себя реализовать. Граффити, я считаю, что это уличное художественное искусство, это даже плюс. Это один из методов досуга, развлечения ребенка. Поэтому, вообще, по сути, нарушение правил благоустройства города, ну, в данном случае, можно как-то, если, допустим, позитивный характер это действие носит, то можно отнестись с пониманием. Во многих странах, в том числе и в Казахстане, уличное искусство вне закона. Согласно статье 387 Административного кодекса Республики Казахстан, нарушение правил благоустройства территорий, а также разрушение объектов инфраструктуры влечет предупреждение или штраф в размере от 20 месячных расчетных показателей. Действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф от 20 до 300 месячных расчетных показателей. Если, допустим, какие-то призывы, какие-то аморальные изречения в этом граффити, в этих граффити изложены, то, конечно, это будет влечь за собой ответственность. Скорее всего, родители будут административной ответственности. Кто-то говорит, что
молодцы, делайте дальше. Там даже хвалят, кто-то фотографируется с нами даже. Приятно. Но иногда просто на принципе стоят и не хотят никак вообще. То есть признавать, что это может быть каким-то искусством, это просто хулиганство, на их взгляд. При этом действенные альтернативы, как занять тысячи казахстанских мальчишек и девчонок, пока так и не придуманы. Бесплатных кружков и секций почти не осталось. В государственной программе развития образования на 2012-2020 годы говорится о возросшей информационной перегрузке учащихся, что ведет к ухудшению их здоровья. Вместе с тем, охват детей дополнительным образованием по сравнению с другими странами составляет всего лишь 21%, секциями 20%. Стоимость месячного абонемента в плавательный бассейн от 15 тысяч тенге, в секцию шахматы и зо-студию от 5 тысяч тенге, абонемент на теннис от 10 тысяч, хоккей и фигурное катание от 20 тысяч тенге. Это только в крупных городах страны, о глубинках и говорить не приходится. Там цены может быть и ниже, но выбора почти нет. Что нам не хватает? Я не знаю, наверное, каких-то легальных стен, наверное, больше фестивалей. То есть каких-то зарубежных художников, то есть очень крутых, с кем можно было пообщаться, не выезжая из страны. И у многих, да, не было там денег, наверное, ходить, что-то. Поэтому они шли танцевать на улице, играть в баскетбол на улице. То есть все так, так же и рисовать. Было бы неплохо, если бы поддерживало государство. Но мы двигаемся в этой сфере тоже, как бы думаем насчет этого. Как направление уличных турникменов сейчас в данный момент, ну, неплохо поддерживается правительством, начинается выстраивать площадки и так далее. Но я думаю, в будущем танцоров тоже будут поддерживать. Между тем, развитие внешкольной занятости регулирует закон об образовании и десятки государственных программ. Например, программы развития детско-юношеского туризма, образования внешкольных организаций. Они предполагают с 2012 по 2020 годы значительно расширить сеть специальных учреждений. Мало-помалу во дворах стали возрождаться клубы по интересам. Чаще проводятся массовые флешмобы, фестивали, праздники и концерты, куда очень активно приглашают и уличных артистов. Ну, более лояльно к нам начали относиться. В скорейшем времени уже как бы рассчитываем при поддержке акимата работать уже на улицах, рисовать как бы с разрешением уже, а не так, по личной инициативе. Очень много у меня друзей, которые стали дизайнерами, кто-то стал фотографом и так далее. То есть это как бы развитие для следующего какого-то процесса в жизни. Сегодня уличное искусство – это вполне серьезное социальное явление, отражающее настроение общества и эмоциональные переживания. Каждый месяц на планете появляется несколько сотен талантливых работ, изображения которых тут же попадают в интернет и мгновенно распространяются по сети. Традиционное искусство ведь тоже появилось не сразу. То есть во всем мире это уже признанное искусство. У нас оно очень медленно развивается. То есть, опять же, нехватка людей. И также дорогая краска, все в это упирается. Мы стараемся как-то развивать эту культуру, какие-то проводим мероприятия, то есть вроде люди интересуются. Все потихоньку, но все будет очень классно. То есть вообще планы как бы были сделать какой-нибудь фасад здания, то есть было бы очень хорошо, мы как бы над этим работаем. К сожалению, в мире пока нет ни одного музея, под крышей которого бы хранились шедевры современного стрит-арта. Но про этих танцоров, актеров, экстремалов и художников уже снимают фильмы, пишут книги и статьи. Их главный девиз – избавить мир от серости – вполне себе заслуживает уважения.